Всем привет! Я в магазине «Одна цена». Все по 39 на улице Краматорской, напротив «Мира растений». Давайте смотреть новинки вместе. Смотрите, какие ковшики алюминиевые. Я так думаю, хорошо, наверное, подойдут для бани. За 39. Ножовки за 39. Даже сучкорезы, наверное. Набор шампуров. 3 штуки. Подходит для мытья в посудомоечной машине. Выдерживает вес крупных кусков. Вот за 3 штуки. Тоже за 39. Это что у нас? А это у нас кофе. Ароматизатор воздуха. В наличии только кофе. Точилки для ножей разных цветов, крючки, сувенир, термометр, крючки 2 штуки, можно повесить несколько, будет больше. Мельница для чеснока. Сударушка. Губка для посуды. 10 штук. Тоже 39. Очень много расчесок различных. Массажных. И таких простых, скелетных. Очень много пряжи. К сожалению, здесь метраж не указан. А так очень много. Подсвечники. Какие красивые. Там какие-то цветочки. Здесь 3 цвета. И красные. Сами подсвечники стеклянные. А вот эти вот ободки с цветочками, по-моему, пластиковые. Рамочка для фотографии. Тоже в разных цветах. Сувенирчик вот такой. Контейнеры для СВ-печи. Емкость 1 литр. Крышки разные. Какие красивые. По-видимому, ваза для цветов, наверное. А это что у нас? Стакан ажурный для мелочей разных цветов. Вот какая емкость. Она дырчатая. Корзиночка. Корзина плетеная. Такая еще есть. А вот какие. Царские. Такие для бумаги, наверное, ведро. В 2 цветах. Косметички детские. Смотрите, какие, как сумочки. Разные. По 39.
по 39 фрагменты заборчика. Это где-то около метра, нет, наверное, 80 сантиметров где-то. Очень много появилось крема, мыла для интимной гигиены с экстрактом водной лилии, с лавандой, чистым экстрактом шалфея и ромашки. Детское мыло. Очень много крем-мыла. Ромашка, жемчужная роза, черная смородина, клюква. Очень много. Средство для мытья стекол. Ковролюкс. Средство для чистки ковров, паласов, ковровых дорожек, обивки мягкой мебели. И антистатик. Я уже как-то показывала, очень много наушников по 39 рублей. Большое количество различных USB кабели. Смотрите, какие чашки. Кружка с различными приколами. Кружки под пиво. Стаканчики. Вот интересные стаканчики. Вот какие интересные. Такая. Вот стаканы. Очень толстое стекло. Много различной бижутерии. Заколочки для детей, резиночки. Очень большое количество бус различных. Игрушки, автобусы различные. Шоколадный скраб, шелк с тростниковым сахаром. Питательный, тонизирующий лайм, с кокосовой стружкой смягчающий, с ягодами асаи витаминный, папайя упругость, грейпфрукт обновляющий, для ногтей, для рук козье молоко, ромашка, детские настоящие написано. Прогресс, универсальное моющее средство. Концентрированные. Используются для мытья посуды, полов, сантехники. Непонятно. Посуда и сантехника одно и то же, как будто бы. 39. Для мытья посуды также. Это у нас какая-то треугольная. Для чего? Ну, для мытья сантехники. Гель удаляет ржавчину и известковый налет. И это мойка, стройка, уборка. Универсальное моющее средство. А это у нас прогрессивное универсальное моющее средство. Посуда, сантехника, плитка и полы. И белизна. Факел расщепляет жир и удаляет нагар. Средство для мытья газовых плит и снятия нагара. Тоже по 39. Суржа я как-то уже показывала. Раньше была с муравьиной кислотой. Просто была незаменимая вещь. Сейчас я там прочитала, там, по-моему, какая-то другая кислота. Сода эффект, лимон. Чистин. Есть антижир и жироудалитель. Сорти, капля антижир, капля антивный кислород, морские минералы, дачный сезон удаляет жир, для мытья посуды сорти и апрель. А также такой селена, чистин,
радуга и вот такие. Гель-пенка для умывания, восстанавливающий и тонизирующий для всех типов, а это для нормальной кожи. А также лаки для ногтей. Здесь тушь, подводка, бальзам для губ, жидкая помада. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии, а я вас обнимаю и люблю. Пока-пока!